ca dumneavoastră. Amăjește lumea aici. Spuneți-le dumneavoastră, ce durere are? Da, și ce durere are? Mi-am dat bani într-o organizație, 5.000 de euro, tot cu bărbatul meu, și nu pot să-i scot banii, am uia de loc cu an și 3 luni de zile. Asta e cum și ăsta și ce faci, trebuie să ce faci la Moldova. Выгнали из кабинета? Да, из кабинета выгнал. Почему? Потому что где-то чего-то, видать, он хотел взятку. Так? А у вас есть дело у него? Он конечно, конечно, ребята, да вот я вам показываю. Когда... Показываю, вот суд, смотрите, когда еще я записал. Я сейчас, а? Также три когда... раза, три раза. А следующие когда? Вот смотрите, вот здесь, когда я подал, и число здесь, да, я указал, конечно, 10.09.2010 года. Да, так? И когда заседание следующее? Нет, заседание. 30 сентября было и... Было 30 сентября, когда он выгнал девушку вот этого, понимаешь, этого парня. За грудки толкал. А сегодня выгнал вас? А сегодня выгнал меня, понимаешь, это так? Вот. А вот это я подавал, это самое, в этот, как его... на почту, так, отсылал свою. А вот здесь мне должны деньги. Вот смотрите. У вас на работе? Да. А да. Судья не судит? Да, а судья нет. Он инспекция труда. Да. За 2008 год. Смотрите. 2008 год. Видите? Да. Так. Дальше. 2009 год. Инспекция по труду. Видите? Я подавал заявление. И говорит, что вам должны платить, да? Инспекция по труду. А вот они все. Да? Пишут, что, да, что должны заплатить мне. Да. Но они ничего не платят. Ага, и вы скажите, подали пожалуйста. В суд на... Да, мне 20 тысяч должны. Это самое. Было ага. 24. Так, 4 и судья не судит? Нет. Он все время отказывается. Как будто бы я... Так? Это самое, должен искать. Вот мы не можем ваше руководство найти, мы не можем понять это самое. Как вы не можете? Инспекция по труду находит, а вы не можете найти. Так вот, я сейчас иду в редакцию вот здесь вот, так, и буду еще там обращаться. Я хочу, чтобы им занялись. Он наверняка, вот я не могу, я то... Я говорю, как же так, это мои деньги, инфляция прошла уже в два раза больше, мне уже не 20 тысяч, а 40 тысяч должны. Чтобы занялись кем, вашим шефом или судьей? И судьей. Судьей, мне, чтоб судьей, почему он, я, он говорит, ищите, мы не можем ваше начальство найти. Ага. Так, а вы дали официальный адрес, да? Конечно. Юридический адрес, да? Конечно. Колумна, вот здесь и все да, есть. Да. Вот, пожалуйста, вот мое да, письмо, да. Которое так я написал. И они не приходят? Вот. Они не приходят, и что, где-то, чего, не знаю. Так вот, и я... почему вас судья выгнал сегодня? А, потому что он стал кричать. Так же, как на ту девушку, я там присутствовал тогда. Ну, да? Наверное, если нету заседания, то вы не должны войти в его кабинет. Я не входил, он меня пригласил. Ага, он пригласил, я потом выгнал. Я сидел в коридоре, да, я сидел. А почему пригласил? Ну, так как мне на сегодня посмотреть назначили. На а, был суд на сегодня? Конечно, я сегодня был на суде, вот, пожалуйста. А, значит, у вас заседание было? Да, вот, пожалуйста. И почему он вас выгнал? Вот, на сегодня. А, сегодня, 16 в 10, да, в 9.30. Да. Ага. Он тянет резину. Наверное, он хочет взятку. Я так понимаю. Понимаете? Не знаю. Я не хочу. Он мне не предлагал ничего. Ага. Но третий раз уже, да? Два раза. Третий раз, да? И нет результата. Скажите, пожалуйста, это же мои деньги. Ясно. Понимаете? Это мои деньги. Так я хочу добиться своего. Чтобы мне оплатили мою заработную плату. Это уже суд должен решить. Так да. Вот, а он суд не решает. А он не... Понимаете? Ясно. Вот и все.